И от темы дорог к дорожным знакам и информационным табличкам. Чтобы ориентироваться на улицах курорта и без труда находить телеграф, рынки, театры, пляж, на улицах Анапы устанавливают специальные указатели. Пока такие декоративные столбы-фонари устанавливаются только на центральной улице Анапы, Крымской. Потом подобные указатели будут установлены и в других частях курорта. На каждом столбе несколько указателей с точным расстоянием до соцобъекта или достопримечательности. Идея, которую мэр Сергей Сергеев озвучивал еще до начала курортного сезона, воплощена. Об этом он написал в микроблоге Twitter. Цитата. «Это нам, живущим в Анапе, кажется, что наш город прост и понятен. А вот туристы жалуются, что трудно найти определенные адреса. Поэтому, кроме таких указателей, проведем и массовую установку аншлагов на улицах, чтобы отдыхающие не терялись». Это будет полезно. Я считаю, что эти указатели нужны, потому что отдыхающие ориентируются, где какая улица, направление. Я считаю, что надо. Это полезная идея. Полезно, да, да. Кроме этого, на основных улицах Анапы появятся таблички с историческими справками, которые будут объяснять, почему определенная улица называется именно так. Например, улица Гребенская так названа в честь одноименного казачьего полка, отличившегося при штурме крепости Анапа. Многим знакома мудрая мысль: кто не знает историю, тот не имеет будущего. А истории у нас невероятно богатые. О ней надо рассказывать, отметил Сергеев в Твиттере. Мы должны это помнить, это должны знать и анапчане, и наши гости. Поэтому на основных улицах установим таблички с историческими справками.